Венгрия отзывает своего посла из Нидерландов. Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сиярта. Этот шаг стал ответом на критику политики венгерского правительства со стороны голландцев. Ранее посол Нидерландов в беседе с журналистами раскритиковал коррумпированность и ксенофобские высказывания венгерских властей. И теперь отношения двух стран на уровне послов временно прекращены.